Шалом, дорогие друзья! Шаббат шалом, мир вам! Мы находимся в Тель-Авиве, в новом месте для нас. Тут не так давно построили в старом Яфе, за старым Яфе. Вот старый Яфе, видите? Издалека. За старым Яфе такой парк на берегу моря между Тель-Авивом, Яфе и Бат-Ямом. Мы сегодня посмотрим, что здесь построили. Вот, пока полюбуйтесь морем. Сегодня большие волны. Как всегда, ясный солнечный день в Израиле. Особенно в субботу. Разгар лета, конец июня. Скоро 10 число следующего месяца, день зарплаты. Вот такие наши координаты нашего местонахождения. Вот сделали такую дамбу, насыпали из камней. Вот там вдалеке порт, видите, видны, не знаю, видны ли вам мачты кораблей. Там церковь Святого Петра, купол он виднеется. Вот арабская мечеть. Минарет. И вот непосредственно этот, не знаю, как назвать, парк, не парк, зона отдыха. Осмотримся. Место, друзья, красивое. Единственная проблема – нет тени. А в Израиле тень – это спасение. Ну, представляете, солнце целый день, температура за 30 градусов тепла, жары. Вот мы сейчас можем либо подняться вверх и посмотреть на все с высоты, либо немножечко пройти еще дальше. Вот, и если мы дальше вот так прямо пойдем вдоль берега моря, то мы выйдем в город Бат-Ям. Может быть, мы даже его увидим сейчас за поворотом, там за горизонтом. Там тарам пам пам пам. Ну, место довольно-таки пустынное, потому что здесь ничего особенно такого и нет. Море, камни. Здесь нет пляжа. Пляж, тель-авивский пляж остался позади, вон там. Пляж длинный, который тянется более чем на протяжении 7 километров. Да, вот совершенно верно. Вот смотрите, вот перед нами открывается город Бат-Ям. Я думаю, что дальше можно так дойти пешком и до Бат-Яма. Вот там дальше, не вдоль моря, а немножко вглубь суши. Вон там есть дорога, я знаю, я как-то ходил по ней, по этой дороге. И можно дойти до Бат-Яма. Это не так далеко. Ну, в Бат-Яме тоже есть свои пляжи. А вообще, есть Тель-Авив, город Тель-Авив-Яфа, и есть так называемый Большой Тель-Авив, который включает в себя вот эти различные города, спутники, вот Бат-Ям, Рамат-Ган, Халон, даже, может быть, Ришен, хотя Ришен уже немножко подалече. Бней-Брак, Петах-Тиква. Ну вот такая набережная, видите, друзья. Вот тут хорошо совершать велосипедные прогулки.
море красивое, как всегда. Вот тут, видите, на дальнем плане рыбаки рыбачат на камнях. Один мой знакомый тоже по работе любит это место, ходит рыбачить. Вот, а мы, наверное, пройдем сейчас туда вглубь, да? Вглубь. Не пойдем уже к Батьяму. Наша задача простая. Найти тенечек, прилечь вот под деревце, вот как сделала вот та парочка. И выпить две бутылки холодного пива, которым мы заблаговременно запаслись. Вот такая штучка, типа, вот видите, сиденье, это скорее всего для танцев. В Израиле очень любят устраивать такие танцульки народные, как правило, на берегу моря, вот на таких открытых площадках. Вот, ну а дальше мы видим сооружения детские, детская площадка, спортивная, тренажерная площадка. И на заднем плане город Яффа. Яффа — это в основном арабский город. В основном живут арабы, ну есть и русские, конечно, есть и евреи. Неплохой городишко такой, впритык Тель-Авиву. Вот видите, такое сооружение для детей, дети вот любят вот ползать по всем этим лабиринтам. Вот только что здесь нет навеса. И нет детей, вот здесь хоть какие-то навесы есть. А вы хотите сесть или под деревце туда сядем? Под тенечек. Не хотите? Вон наверх давайте поднимемся. Вот это я с женой переговариваюсь. И она меня послала на разведку. Исследовать, если там земля текущая молоком и медом, удобное для потребления пива, если там тенек. Так, тенек есть, но он занят, кажется. Нет, есть еще один. Вот отсюда вид такой открывается, друзья. Вид на Яффа. И вот на Батьям. С одной стороны Батьям, посередине Яффа. И там дальше Тель-Авив. Ну а там море. Ну, спасибо, друзья, за внимание. На этом я короткий репортаж заканчиваю. До следующих встреч.